Аул Кызылсулат находится в 5 километрах от столицы. После левобережья Астаны в глаза бросается не только резкий контраст в архитектуре, но и в условиях жизни астанчан и кызылсулатовцев. Комнатушка вместо медпункта в школе учит только до 5 класса. А вот этот магазин один на весь поселок. Сами сельчане называют родной аул вымирающим. Говорят, во всем виноваты акимы. Демократии на селе не хватает. Каждый аким сельского, то есть поселковый аким, можно сказать, да? Он должен контролировать поселок, но этого акима должны контролировать местные люди. Местные старейшины будут, кто там, типа комиссии, которые контролируют. Если, допустим, аким взял 10 соток земли, вот сельской земли, продал, и эти деньги пустил на школу, допустим, чтобы ремонт школы или что-то такое, тогда те, чтобы знали, тогда деньги никуда не будут вороваться, понимаете? Как помочь сельчанам – тема заседания правительства. Министры готовят целую госпрограмму. Вице-министр регионального развития Серик Жумангарин пояснил, что аулы и села поделили на перспективные, средние и неперспективные. Туда будут вкладывать деньги, строить детсады, школы, больницы, улучшать инфраструктуру. Жителям неперспективных сел повезет меньше. Что касается сел с низким потенциалом, то на сегодняшний день активные бюджетные средства туда не будут выделяться. Инфраструктура будет поддерживаться на должном уровне, чтобы население в соответствии с существующими нормативами могло получать соответствующие услуги, но не более этого. Там будет действовать третье направление программы занятости – это трудоустройство, обучение, переезд. Согласно программе, рассчитанной до 2016 года на развитие села, где проживает почти половина населения страны, будет выделено 370 миллиардов тенге. Для сравнения, бюджет Астаны только на этот год – 224 миллиарда. Почувствуйте разницу.